Народ, привет! Мы в кафетерии Hortons, да? Сейчас покажу вам, какие донации здесь есть. И расскажем немножко про кафешечки. Вот донация есть по 8. Вот Наташа заказала себе с яблоком по 8, так а мой любимый Marple Deep по 6. Покажи, что Дивали близится или когда оно будет, но Дивали делают к этому празднику индийскому. Да, но мы его не хотим. Нет. А водичку, водичка по 5, но мы уже купили в Карифоре за 1 дирхам. Карифор за спиной, да? Да, пока покажем, что мы взяли, и расскажем про этот кафетерий. Так, друзья мои, кафетерий Tim Hortons называется. Есть он везде, даже в Дубае Молле. Возле фонтана. Вот смотрите, по приложению, вот есть приложение, сейчас будет видно. Сейчас покажу. Вот у нас такой купон есть. В общем, то, что мы купили, Наташа, сейчас мы заказали, мы взяли бесплатно второй кофе и бесплатно второй бутерброд. Да? Я не знаю, это все Оля знает. Она говорит правду. Есть приложение, ну смотрите, есть приложение, есть купоны, которые просто иногда дают прямо в Молле, и мы этим пользуемся. Мы уже рассказывали, показывали про купоны. Анташ, дай, пожалуйста, водичку, купон, который из Карифора я принесла. Сейчас покажу. Табунщиц. Вот, мы купили водичку за 1 дирхам. Я зашла, и смотрите, нам сразу дали чек. Вот чек. И смотрите, сколько здесь. Один бургер, второй и пицца. Тоже вырезаете, и вам это будет стоить дешевле, ну, в 2 раза. То есть то, что мы сейчас заказали, капучино 15 дирхам стоило, и вкусный бутерброд, написано тускан, но мы его тушканчик называем тушкан. Этот вкусный бутерброд за 20, и нам второй бесплатно. Второй капучино бесплатно, второй бутерброд бесплатно. А вкусные донации мы уже так купили. В общем, сейчас попробуем, расскажем и покажем. Но кофе, вот как раз в Tim Hortons, ну так не очень. Не очень. Да, мы любим кофе, классный кофе действительно в Gloria Jeans Cafe в Дубае есть оно. А мы делали там видео. И классный кофе в Косте, да, Наташа? Классный кофе в Косте. Ну, к сожалению, вот мы сейчас в Джимми Молле, в Ильяне, и тут вот Коста закрылась. Ладно, ждем наши бутерброды. Так, вот такие наши капучинки прибыли в фирменной чашечке Tim Hortons. А вот Наташин яблочный донат и мой Deep Marble. Очень вкусно. Сейчас бутерброды приедут. О, вот, так они просто великие. Ну да. Так это я потому говорю, что выгодное предложение за 20 дирхам. Такой просто бутерброд. Там такой лучок. Так, давайте сейчас, наверное, как-то... Так, капучино, капучино. Это на десертик. Поменяем. Меняем дислокацию. Вот, я, наверное, вскрою бутербродик, покажу, что же это такое. Вот тут вскрой, вот этот вот. Там хорошо. Такой лук лежит, может и здесь? Обязательно. Ну, кстати, здесь лук есть, но лусинга вкусный. Я помню, что мы когда выдавали такие купончики, мы брали на распродажу, было очень даже вкусно. Хотя лук я не люблю еще. Так, немножечко ручки протерли. А, еще скажи, что хлебушек серый или да, белый? Да, спросили, хлебушек белый или серый. Почему-то она решила, что там вот. Нам нужно белый. Мы такие шканчик, курочка, есть помидор, лук. Что-то скромно, не? Нет, хотя, но... когда кушаешь, уже не скажу. А, ну да, я тут. И... О, тут побольше сырочек плавленый. Да. Не, но он съедобный тогда и вкусный, и сытный. Ну что, сейчас поставим камеру и будем есть на камеру. Вскрывание капучинки. Мне так нравится того, вот что любишь? Здесь вот кофе прям. Любишь? Ты прям с двумя молодыми людьми, да. Молодыми, да. Ты знаешь, работяг, реально работяг. Показали. Ты умеешь пить из этих вот? Еще? Нет, у меня проливаю на себя постоянно. Народ, напишите, кто умеет. Ну, покажи, хочу давай. Веночка. Тут такой горький, пережженный кофе. О, я тебе взяла, кстати. Тут можно очень много сахара взять. Я тебе 6 штучек взяла. Ну, спасибо. У меня такое впечатление, что они как-то... Ну, кофе, знаю, да, кофе слабенький. И даже молоко немного так спасает, но не очень. Кстати, можно сидеть и... На улице. На улице, но жарко, жарко. Очень, но мне жаль. Здесь хорошо, я уже замерзла в море, а здесь вот у меня солнышко немножко греет, так что нормально. Ну что, все, приступаем. Все, друзья мои, сейчас будем пробовать бутербродик. Я покажу. Здравствуйте. Ну ладно, так, покажу в кадре. А сколько он там стоит? Угу. Так он стоит 20, а это второй бесплатно. Ну, 20 нормально, вы наедитесь.
Лучок реально вкусный, сладкий, просто. Да. Такой какой-то или майонезик, или что-то еще, не вкусно. И такая смазочка очень прикольная. Это называется соус. Вот, народ, если будете в Тим Хортонс, то это то, что можете взять. Но это вкусно. Чего, там еще есть такие роллы, по-моему, да? Да, ну роллы, если это как шаурматик, он вот бутерброды самые вкусные, и самые вкусные донатсы. Донатсы реально лучше, чем Данкин донатс, какой-то еще есть. Криспи Крим, что-то такое, но там не очень, это самые вкусные донатсы. Ну, попробуем сейчас. Да, я бутерброды сюда помогаю. А тебе как бы зубы, ничего? Не хлеб вкусный. Да, хлеб вообще вкусный. Хорошо прожаренный, теплый, бутерброды целящие. Наташа доедает. Бутерброд? Вкусный. Да, бутерброд вкусный, а кофе, конечно, да. Честно, вот если вы в Эмиратах, ну, Тим Хортон здесь не алём вообще, ни о чем. Что же попробовали? Горьковатый, ну как, я такой могу пить, мне еще такой нравится, он будет. Наташа говорит вообще, типа, ну нет. Ну, он пережжённый, как это, ну, я не понимаю, зачем. Это как пережжённый хлеб, корки черного хлеба взяли, пережгли и залили водой. Еще и деньги за это берут. Такой нормальный, но не за такие деньги. За $4, на какую можно и... $4, ну верни. Просто вернуть надо? Кошмар. Мы сейчас приступим к сладостям, и сладости здесь очень вкусные. Донация это просто... Донация, да, будет вкусная. Сейчас вам покажу, что я обожаю просто. Вот я вот такой донат такой вот с дырочкой, с бубликом. Это Deep Marple. Marple это, кстати, канадский сироп. А видишь, что здесь кленовый листик. Слушай, наверное, все-таки Тим Хортонс это канадская фирма, да? Нам открылась. Наконец-то, после пребывания многих людей, сейчас. Нет, вкусно. Ну, скажем так, я донатсы не очень люблю. Он реально самый вкусный из всех этих донатсов, которые здесь представлены. Которые мы вообще пробовали, реально самый вкусный донатс, это вот в Тим Хортонсе. Вот. Ну, любой выбирайте, мы любой пробовали, просто мой любимый с этим кленовым сиропом. С яблочком? Что? С яблочком это... Ну, это какой-то новый, мы не были. Ага. Там корица же какая-то? Ну, покажи ближе в камеру. Не знаю, по-моему, это не корица. А может, это корица? Нормально. Ну, это вкусный. Мой стоит 6, Наташа не 8, но вот очень просто. Просто очень даже. Наслаждаемся. Погода теплая. Хоть и зима нормальная. Ну вот, друзья мои, доедаем наши донатсы. Ну что скажем. Опять-таки, резюмируем. Донатсы, бутерброды просто классные. Как ты говоришь, таких в Starbucks нет бутербродов. Нужно идти к этим. Да, нету. По-моему, нет. В Starbucks неплохие круассаны, если свежие. Конкуренты надо идти к конкурентам. Starbucks покупать кофе и возвращаться. Ну, они, наверное, не разрешат. Да, Starbucks тут находится через 20 метров. Вот. Но сладости там не очень. Морковный пирог, потому что брали, ну такое себе. Вот. Возможно, когда мы сходим в Starbucks, из нас Starbucks открылся, кстати, из нашего дома прям в парке. Может, когда мы сходим, сделаем вам обзорку, просто напишите, интересно вам про кафе, про вот всякие вот кофейни, всякие маленькие магазинчики. Думаю, что интересно, вы смотрите. Только комменты мало пишите, ну как-то напишите какой-то там лайк, поставьте, мне сложно, правильно? А мы с вами будем прощаться, когда Наташа будет доедать для нас, я свой доела уже. Всего хорошего. С Тимом Хортонс. Кафе классное, но кафе так себе.